хочет отрезать, она меня хочет порезать, отстань! Отстань, рыжая, бесстыжая, отстань! Я тебе это тоже... Да уйди! Я не хочу ее толкать, вдруг она сбит... И уйди! Ты посмотри, как только... Да и не трогай! Ребята, всем привет! Добро пожаловать на мой канал Тилька Плей. Я Наташа, мы сегодня с вами поиграем в игру, которая называется... Сайко... Носу тока, что-то такое на японский манер или на... Не, на какой-то, короче, азиатский. Надеюсь, что японский. Короче, игра про девочку, которая хочет нас убить всеми возможными способами, а мы должны от нее убегать. Надеюсь, что сможем убежать. Можно мы не будем глючить? Так, спасибо. Сложные обычные яндеры. А яндеры это, типа, симпатичная девочка, да? Янгири это, типа, она сатана. Сложная она такая, обычная она, типа, такая. А яндера она такая миленькая. Ну, давайте обычный. Мы должны от нее сбежать. Это весь смысл нашей игры. Идти, бежать, использовать, запереть, присесть. Хорошо, ну присесть нам пригодится. Важная информация. Помнишь, ты можешь нести только один ключ в руке. Будь осторожен, бег создает шум и может привлечь к тебе внимание. Хорошо. Ой-ой-ой-ой-ой. Доброе утро. Охайо. Хотя, наверное, не стоит сказать добрый вечер. Как видишь... Какая она упоротая. Уже наступила ночь. И проспал несколько часов. А я все это время была рядом. Смотрела, как ты мирно спишь. Ты же знаешь, я не сделаю тебе больно. Но... Что? Она сделает. Но если ты будешь хорошо себя вести, вы не встретитесь. Эй, сэмпай, ты ведь мне очень нравишься, так что с чего бы мне отпускать тебя? Ну не отпускай. Чтобы ты бросил меня ради какой-то другой? Я не допущу этого. Нет. Я не могу этого допустить. Но она такая... Секси. Ты спровоцируешь ее. Она вырвется на свободу. Я того и не хочу. Опа. Привет, сэмпай. Давненько мы не виделись, да? Соскучился? Я тоже по тебе скучала. Какой чудесный нож. Давай повеселимся. Так давай. Обожаю с тобой играть. Вот это мы попали. Может отрезать тебе язык? Ты давай это раньше времени начинай. Или лучше пойти убить того паренька, с которым ты болтал? Какая ревнивая девочка. А может... Стоит убить его прямо сейчас? Он как раз ждет меня в другой комнате. Все будет хорошо. Не волнуйся. Я отрежу тому парню голову. И сразу же вернусь. Жди меня здесь. Добрая девочка, аригато. Вот это прикол. Ну чё, начинается наша игра. Я мальчик, который явно в жопе. У меня есть зеленый ключ. Нам писали, что мы можем таскать по одному ключу. Это прятаться или что? Я в домике, ничего не знаю. Оставлю его открытым. Какой-то пароль. Ключ от выхода лежит в сейфе, найди код. Ага, хорошо. Бутылочка, вы ничем не больны, а я могу? Рубильник находится в кладовой. Класс. А, монитор. В смысле, бантик. А почему я не могу? А чё ничего не работает? Только моя камера работает? Ладно. У меня есть ключ. Вау, мы в школе. Школа, школа, я скучаю. Медкабинет. Закрыт медкабинет. Блин, ай... Ой-ой-ой, там кровка. Значит, она где-то там.
Давайте я запру на всякий случай. Тебе не спрятаться. Спрятаться, отстой. Все, я спрятался, я в домике. Ничего не знаю. Слышь, какая дотошная девочка. Блин, она нас реально, наверное, захочет убить. Вот это прикол. Прикольная игра. Тебе не спрятаться. Я ее слышу. Когда она рядом, видимо, она где-то здесь. Но я же стою... А чё я босый? А чё я босый? Так, она ходит по кругу. Она где-то... Вот это истеричка! Она выломала дверь! Ты чё, идиотина, что ли? Ты нахрена дверь сломала в школе? Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой, сенпай наш пришел. Тебе не спрятаться. Но я уже это успешно делаю. Ча-ча-ча, какая? Какая, какая? Иди, какая отсюда. Бегает она. Она пацана прикончала, ты прикинь? А, ладно, она нас спиной не видит. Ой, а если она сейчас пойдет назад? Ребята, она идет назад, она идет назад. А как мне через стекло-то пройти? Мне, наверное, будет больно. Слышь? Девочка. Да ты погромче поори. Я присяду. Может быть, нас не заметят? Привет. Че делаешь? А че стоишь? А ты че стоишь? Иди сюда. Давай, давай, иди, иди. Иди к другим сэмпаям. Может быть, она меня не видит? Слушай, если она меня не видит, то она долбится в глаза. У нее явно проблемы. Ладно. Обожаю с тобой играть! Это что это такое она со мной сделала? Эй, сэмпай! Ощущение твоей крови на моих руках. Мне надо спрятаться? Ты чё, долбанушка? Всё, я спрятался. Она... Давай повеселимся. В смысле? Прости. Прости. Пожалуйста, прими это, сэмпай. Спасибо. Спасибочки, сэмпай. Не оставляй меня, сэмпай. Привет, сэмпай. Так, она исчезла. Господи. Используйте нижний переключатель для подключения к сети. Ага. Так, ты, дура! Привет, сэмпай! Привет. А можешь за мной не ходить? Ты пугаешь меня! Да не ходи! Так! Ты же знаешь, я не сделаю тебе больно. Так, 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 так! Слышь? Ты чё? Она мне хочет нож в спину воткнуть. Отойди! Пошла на... Она мне хочет порезать! Отстань! 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 Рыжая, бесстыжая! Отстань! Я тебе это тоже... Да уйди! Я не хочу ее толкать. Вдруг она... И уйди! Ты посмотри, как только... Дай ее трогай! Ты долбанушка, отвали, она! Я не хочу с тобой играть! Отстань! Где, 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 где? С чего бы мне отпускать тебя? Че, выходим отсюда. Эй, сэмпай! Не надо! Иди это... Сама с собой развлекайся, слышь?
Вот Атошка. Да отстань ты от меня, ты что делаешь? Ты долбанутая, что ли, так сзади подходить? Ненавижу, когда ко мне кто-то сзади подходит. Иди отсюда. Отвали. Не оставляй меня, сэмпай. Иди нахер от меня, пожалуйста. Вот дотошная под поклон. Иди отсюда, отстань. Отстань. Отстань от меня. Отстань, отстань, отстань. Да отвалишь ты. Да уйди ты. Привет, сэмпай. Привет. Да отстань. Я сказала, отстань от меня. Отстань, отстань. Отстань. Отстань! Да отвали ты от меня! Да что ж ты такая дотошная? Долбанушка, отвали от меня, пожалуйста! Да ты посмотри, она мне хочет нож приставить, реально. Ты же знаешь, я не сделаю тебе больно. Да конечно, я вижу, что ты... Ты уже хочешь сделать мне больно. Да я в столовку пойду, там пирожки халявные, говорят, раздают. Да я тебя вижу! Чего бы мне оттуда? Отстань! Я сейчас тоже нож возьму. Краба! Возьми краба! Почему ты не взял краба? Отстань от меня. Отстань. 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 Я возьму нож. Отстань. Отстань. Все, отвали. Ты об этом пожалеешь. О чем? Да не трогай меня! Отвали! Отстань! Отстань! Да какая ты дотошная, отстань, отвали, отвали, отстань, уйди. Да ты долбанушка, отстань. Все, с чего бы мне отпускать тебя? Да ну отстань. Короче, она когда со спины подходит, она что-то со мной делает, видишь? И чё? Пнуть. Я не позволю тебе сбежать, перестань. Ну, знаешь, дура! О! Нет, я не могу этого допустить. Ой, кажется, она была... Извини. Это что? Господи, да ты добанутая, что ли? Это же ты так часто подходишь? Я ничего не сбиваю. Да отстань, отстань! Отстань от меня, добанутая! Отвали! Отвали! Да не смешно! Не смешно ни капли! Вот ты где, в жопе у тебя! Бежим нахер! Да иди же, пассатижи, отвали от меня! Она за мной бежит! Блин, мне она нравилась больше добренькой девочкой, я все слышала. Все. В тот раз проканала, в этот раз тоже проканает. Я спрятался, я в домике. Не палимся. Она должна стать добренькой. Когда она становится добренькой, она мне нравится больше. Так, ну-ка, не смотри сюда! Ты добрая? Я думала, ты добрая! Прости. Так, отойди. Пожалуйста, прими это, сэмпай. Спасибо. Не оставляй меня здесь, сэмпай. Да я, знаешь, все больше и больше хочу тебя здесь оставить. Я взял какие-то ботинки. Слышишь, я фанатка! Короче, я поняла, как только мы к ней поворачиваемся, она на меня хватает сзади и демонируется. Дай, 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 дай пройду. Привет, сэмпай. Да, отстань, дай посмотрю. Слышь? Ты чё? Свет включила? Охерела, что ли? Да не выключай свет! По голове сейчас получишь. Ты маме не говоришь, что нельзя с лампочкой? Иди отсюда. Да не выключай свет! Ты чё? Я тебе запрещаю. Не волнуйся. Да отстань ты от меня. Ты маленькая жопа. Да нет. Так, все, она меня схватила. О! Ты видала, она нож в меня всунула. Все, она сейчас станет плохой. Она сейчас будет со мной играть опять в какие-то свои вот эти вот пубертатные игры. Бить меня и говорить, ой, извини, сэмпай. Она выключила свет опять, да? Я понял, она опять это самое, да? Закрыла дверь мне. Слушай, а ты не хочешь пойти чем позаниматься? Я не позволю тебе сбежать. Ну почему? Я булсу зато.
Здрасте. Можно пройти? Спасибо. О, спасибо! Слушай, ну она одновременно милая и одновременно бесячая. Привет, сэмпай. Привет. Так, спокойно. Нашла. Отойди. Да не подходи ко мне со спины. Нет, не подходи. Не подходи. Отойди. Надо ее впереди себя держать. Уйди. Да зачем ты выключил опять свет? Привет, сэмпай. Так, угомонилась. Ты меня раздражаешь. Ой, господи, я попал. Нельзя! Я тебе запрещаю, давай. Да не, уйди, уйди, нет! Сучка! Сучка, она мне подвела. Она мне под это была. Она сейчас где-то... Привет, сэмпай! Где ты? Я тебя не знаю, где ты. Ой, ну и похрен. Так, я здесь не был, да? Что я ищу? О, ключ. Эй, сэмпай! Я обожаю с тобой играть! Ну все, у нас очередные игрища начались. И что ты сейчас будешь делать? Опять закрыла дверь. Ну ладно, у меня есть ключи. Когда она закрывает дверь, это не так страшно. Давай, открой мне дверь. Я не позволю тебе сбежать. Перестань. Ой. Мне хана. Прячемся. Меня здесь нету, потому что она сейчас сюда прибежит злая. Злая! Нельзя ее пинать, ее нужно аккуратненько так подпинать. Тебе не спрятаться. Вот это у нее раздвоение личности. Ну, прикольная игра, мне нравится. Надеюсь, что вам тоже прикольно, так интересненько. Опа! Я тебя накажу. Не надо. Не надо, себя накажи. О, я знаю. Б3 у меня. Только, пожалуйста, тут нет. Эх. Иди отсюда. Нашла. Отдай мне ключи. Ай-яй-яй. Ты долбанутая, что ли? Ага, не смешно. Да иди ты, отвали. Вот ты где. Отстань от меня, отстань. Дай мне нормальную, добрую девочку. Она мне больше нравилась. Она была какой-то миленькой. Ой. Ой. Ой-ой-ой. Капец. Все, спрятались. Все, спокойно. Нас здесь нет. И не волнует. Тебе не спрятаться. Давай себе нормальную, включай настроение. Не, я вроде спрятался, она меня не видит. Она ключ у меня забрала или нет? А прикинь, если она у меня забрала ключ? Блин, я надеюсь, что нет, потому что если она у меня забрала ключ, то будет как-то обидненько. Но, блин, прикольная игра, мне кажется, можно в нее еще и поиграть. Я тебя накажу. Тебя накажи. Дай мне добрую девочку. А через сколько у нее этот эффект пройдет или он не пройдет? Не, есть у меня ключ. Еще есть ключ. Нам надо в Б13. В Б3 или Б13. Б3, по-моему. Ладно, пойдем. А зачем я сюда пришел? А зачем? А для чего? Ага. АА1. Хорошо. Но это неплохо, что я нашел ключи. Это значит, что, в принципе, мы с вами близимся к успеху. И это значит, что мы можем убежать, в теории. Ладно, пойдем. О, 5. 5. Это пароль. О, это пароль для выхода, видимо, 5. А было на втором, по-моему, этаже.
Так, А было наверху где-то, да? То есть нам наверх. Ну, пошли. Я хочу добрую девочку. Дайте мне добрую девочку, с ней было как-то интересно. А, один у нас. Я тебя накажу. Тебя накажи, коза вонючая. Тебе не спрятаться. Я уже прячусь, моя дорогая. Один. Блин, оно еще все так разбросано. Надо записать. Дайте я запишу. А, пять. Ой, господи, что за ручка-то такая? А, да-да, выйди. Пять, один и пропуски. Хорошо, значит, нам нужно искать дальше. А когда девочка станет доброй? Я хочу добрую, милую девочку. Можно она будет добрая, милая? Мне она больше нравилась, чем вот эта вот сраная коза, которая ведет себя хрен пойми как. Есть что? А если найду? Она куда-то потерялась. Наверное, потому что я тихо хожу, как ниндзя, она меня не слышит. Ну и ладно. Тебе не спрятаться. Да я понял. Вот ты где. Подожди, давай почитаем книжки в библиотеке. Ты нахрен разбила-то? Ты чё? Давай нормально. Спасибо. Дурак. Ты, ах ты сучка! Ах ты сучка, ты меня наебать самая решила. Вам трудно дышать? Да, мне трудно дышать. Выпей яду, она меня отравила. Она меня отравила, ну не сука ли ты? Отвали от меня. Все, отстань, развод. Я сказал развод. Хватит бегать за мной. Бляха, я умираю! Я умираю! У меня кровь течет! Ребята, я все! Она меня убила! Она меня убивает! Сучка ты вонючая! Она меня выпотрошила! Ты в порядке? Вот это прикол! Слушай, мне понравилась эта игра! Пишите, как вам! Типа, прикольная такая, типа, и девочка миленькая, одновременно еще такая сучка. Короче, у меня много эмоций, мне реально понравилось. Надеюсь, что вам также. Поэтому пишите обязательно, подписывайтесь на канал. Ну и увидимся, как всегда, уже очень скоро. Пока!